Всем привет! И сегодня видео из категории «Что-то полезное». Холода еще не наступили, а проблемы с аккумулятором уже начались. Принес домой. Проверяем напряжение. Показывает около 12,7 вольт. Казалось бы, этого должно хватить для запуска автомобиля. Проверяем под нагрузкой. Лампа мощностью 50 Вт. Напряжение достаточно быстро падает. Спустя меньше минуты напряжение упало до совсем критической минимальной отметки. Многие скажут, аккумулятор говно, старый и все такое. Да, я соглашусь, аккумулятор старый и действительно он говно. Но проблема далеко не в этом, а проблема находится на поверхности самого аккумулятора. В виде утечки напряжения, прикасаясь щупом по различным частям аккумулятора, по пластику, мы видим, как у нас в некоторых местах утечка составляет милливольты, в некоторых местах утечка составляет практически целые вольты. Поэтому, зарядив аккумулятор, это не дает гарантии того, что он после хранения будет полностью заряжен. А теперь вопрос.